Принимать документы на бакалавриат во Владимирском госуниверситете начнут с 20 июня. Бюджетных мест на очную форму будет чуть больше 2000, примерно как и в прошлом году. Появятся и новые бюджетные специальности – агрохимия, стандартизация, муниципальное управление, журналистика, биология, география и театральное искусство. По прогнозам, самый большой конкурс ожидается традиционно на юриспруденции, экономике, информатике, а также ИНЯЗе. В этом году ужесточаются условия поступления для льготников. Если раньше университеты были обязаны принять всех, кто успешно сдал экзамены, теперь для таких абитуриентов будет организован отдельный конкурс. Для них выделяется 10% мест по каждому направлению обучения. Соответственно, если на какое-то направление подготовки 10 мест, да, 10% от одно место. Вот сколько льготников придет, вот эти льготники между собой устроят конкурс на это единственное место. Если льготник придет один, значит, при наличии положительно сданных вступительных испытаний он поступит на это место. Если льготников придет 2, 3, 4, между ними будет конкурс на это место. Соответственно, поступит тот, у кого будет больше баллов. Кто не пройдет на это льготное место, тот будет участвовать в конкурсе, общем конкурсе на общих основаниях. Что касается крымских студентов, под них Минобразование выделит каждому вузу дополнительные места. Так что всех остальных абитуриентов это никак не заденет, говорят в приемной комиссии. Планируется, что поступать выпускники из Крыма будут по внутренним экзаменам. Федеральная законодательная база, видимо, обновится к началу приемной кампании, поэтому пока не ясно, сколько же крымчан сможет учиться во Владимире.